Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Проблемка, короче, никуда не ушла. Подключение Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 5 к смартфонам Huawei. Но появилась новенькая инструкция, буквально свеженькая вообще, на сайте FOPDA. Я вам ее демонстрирую. Это от 26.03.23. Свежак вообще сегодня 30, это 4 дня назад. Что значит там получилось? Паренек какой-то купил себе Galaxy Watch 5 Pro и смартфончик Huawei Mate 50. Причем зная заранее о том, что они не коннектятся. Провел, как написано, был вечер ужасных разочарований, но спустя несколько дней очень случайно нашел решение проблемы. И далее он описывает, как он это сделал. Во-первых, он нашел Galaxy Wearable вот именно этой версии. Он пишет, что обязательно этой версии, на форуме он есть. Я постараюсь его найти и приложить ссылочку в описании этого видео. Посмотрите. Дальше с включенным VPN заходим в приложение, клацаем по часам, и вуаля, уже нет ошибки, устройство не поддерживается, но это полбеды. Далее он будет зависать, но отчаиваться не стоит, не закрывая приложение, качаем и устанавливаем поверх приложения, что уже установлено. Galaxy Wearable, там дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. Вот такого вот, значит, формата, немножко другого, да. И продолжаем настройку часов уже там. Если вдруг стопорится загрузка дополнительных приложений, можно выключить VPN. И радуемся жизни, что десятки тысяч не потрачены впустую. Установка отдельных приложений, да и в целом, тоже через костыли. Никогда не запускайте приложение VeroS, ибо слетят Bluetooth настройки часов, и нужно будет делать все заново. Вот так, короче. Но, тем не менее, выход есть. Поэтому, дорогие друзья, пройдете в описание, посмотрите. Если я найду эти приложения, ссылочки приложу. Ну, к этому посту однозначно приложу ссылочку. Если там не будет ссылочки на Galaxy Wearable, вот этих версий, которые он говорит, пожалуйста, проходите и ищите там сами. Для того, чтобы скачать сайт FOPDA, нужна регистрация. Обязательно. Пока. До новых встреч.